Добрый день, уважаемые подписчики, подписчицы и гости нашего канала. Сегодня наше волшебное трио. Мы на улице, на полянке. Тема видео – уступать по мелочам. Тогда вы сможете выиграть большую битву. И вот смотрите, случай из моей жизни. Просто хочу вам поделиться. 3 дня назад собралась на коррекцию. Ну, мне пора уже было покрасить ногти, обновить немножечко их. Ребята, тихо. Вы знаете, и вечером с мужем перед сном, ну, лежали, общались, глянула на ногти и так вот чисто символически вслух задала вопрос, который не требовал ответа сама себе. Что из этого получилось, это капец. Я, значит, лежу и говорю, ну вот в какой цвет ногти покрасить? А так как я классик, и у меня уже более 15 лет одни и те же оттенки. Это пудровые, нюд, розовые какие-то оттенки, и с некоторых пор красный стало можно. Вот раньше я себе даже красный не позволяла, потому что, ну, нельзя было, не принято, а сейчас вот он классикой считается и можно. Я стала красный там разных оттенков себе позволять. Думаю, каким цветом накрасить? И вслух сказала. А муж мне говорит, мятные. Ну, я вроде как не у него спрашивала, а получилось-то, что как у него. И вот он мне обратную связь, мятные. Я туда раз, душа не согласна. Ну, как это мятные ногти? Ну, я вслух говорю, ну, как мятные-то, ну. А он, вы знаете, как ребенок такой, с нотками обиды. Да надоело, у тебя все время одинаковые. Пудровые. Он даже цвет выучил, вы не поверите, за столько лет. Пудровые, красные или розовенькие разных оттенков. Все время одинаковые. И вот, знаете, с какой-то обидой. Я раз туда, в осознание, начала переваривать. И у меня такие мысли. Ну, думаю, ну он же не слепой. Он же ходит в миру, он видит красивых там тетенек, девушек, девочек. То есть девчонки сейчас, индустрия это очень развита и имеют, ну, разные оттенки. Вот я хожу, смотрю тоже, это совершенно такое великолепие ногтевого сервиса, это такие всякие красивые вещи. И думаю, ну он же видит это разнообразие, а у меня действительно они всегда одинаковые. И вот, знаете, у него до состояния обиды даже какой-то. А у меня душа не согласна на мятные. Вот, понимаете, это не мои руки. Я решила, думаю, я завтра проснусь и подумаю об этом. Вот, просто отпустила, потому что завтра коррекция, и уснула. Утром просыпаюсь и думаю, ну я же его люблю. Конечно, люблю. Ну какая разница, каким цветом, это же всего на 3 недели намазать. Думаю, ладно, мятные. И приняла решение мятные. А чтобы не просто мятные это некрасиво, нужно же мне себе сделать еще какой-то бонус. У меня очень хороший мастер, она потрясающий профессионал. Она мне на каждом выложила корону из страз. То есть из стразиков корона, ну, чтобы они такие девчачьи были. И с той стороны золотом покрыла. Ну, в общем, получилось очень даже гламурно. Я хоть и пугалась примерно 3 дня своих ногтей, ну, потому что цвет не мой. Но в целом-то мне нравится оригинально, не как у меня. И вы знаете, наш мозг, он отчасти привык. Мы ходим по стандартным дорогам, по рельсам. Мы ездим домой и на работу по одной и той же дороге. Вот замечайте, то есть мы ходим по одним и тем же тропам. Даже в магазин заходите когда, да, вы уже знаете, так, так, так. Почему в магазине все время меняют местами? Для того, чтобы мы ходили и новые товары, то есть мы не попадали на те же полки, где мы привыкли, и мы видели что-то новое. Мы вот в рамках, в шаблонах живем очень часто. Ну и вот боимся, не хотим выходить за свои шаблоны. Оказывается, у меня тоже такая плоскость нашлась. В общем, сделала ногти мятные для мужа. Для себя выложила стразиками. А мастер у меня, она тоже такая очень творческая женщина. А я недавно делала светящиеся. Я говорю, да ладно, а мне сделай. Вот.
И мы сделали их светящимися. В темноте пугать мужа. Знаете, я столько кайфа получила. То есть приезжаю, он увидел мятные, у него был стресс, потому что он не ожидал, что я сделаю. Да? Выбрали оттенок, именно тот, который мне нравится. И вот для него цвет, а для меня это был бонус, светящийся в ночи. Ну, в итоге они его очень повеселили, он даже больше получил удовольствие от того, что они ночью светятся. Вот, и что граф Дракула мне бы в принципе завидовал. К чему это я все? Когда вы уступаете своим любимым, близким по мелочам, вот в ногтях, там еще в каких-то моментах, то есть в просмотре фильма, еще там в выборе в ресторане какого-то меню, не знаю, ну вот какие-то мелочи, там уступили, у вас есть ресурс, запас выиграть большую битву. Ну, битву, конечно, в кавычках, просто вот именно то важное принятие решения, которое было бы для вас важно. Ну, например, у меня это была покупка дачи. У меня муж же брыкался очень долго от вот этого земельного участка, на котором придется отдыхать. Вот, ну, мы периодически уже отдыхаем. И когда стоял вопрос, я ему донесла, и вот он пошел мне навстречу, то есть он принял. Ну, как я без него? Тут много мужской работы. Надо же, чтобы он душой принял, он согласился. Я не могла его изнасиловать. Мы с ним договаривались, что... Душа просит вот кусочек земли, и вот нужно. Здесь вот друзья приезжают, всем нравится, там нас бьет, здесь все комфортно так вот. И я даже себя по-другому в этом году чувствую, в город не хочется. Когда вы там уступили, вы идете навстречу, вот эти товарищи не идут навстречу. Ну, это у них там игрища такие, это они так получают удовольствие друг от друга. Когда вы идете навстречу, и вам хорошо, и в душе. То есть я договорилась с собой, что произошло от того, что я себе мятные ногти сделала. Ну, они мне нравятся начали. Я первые 3 дня привыкала, а потом думаю, ну ладно же, надо же. То есть нейронную связь себе разорвала, вот прям реально разорвала, она мне прям прописана была. Я ему благодарна, я очень благодарна ему. И вот он каждый вечер приезжает с работы, так раз на... Ну, я прям вижу, как он на них косится. И вечером комплимент. Мы когда спать ложимся, очень сильно светится. А на ногах тоже светится. То есть я их одинаково сделала. И мне, представляете, какой прикол, когда ночью идешь в спальню, у тебя руки, ноги светятся. Это я вот столько удовольствия получаю, а он какой счастливый и хохочет. Вот, казалось бы, коррекция ногтей. Так много маленьких вещей, мелочей, которые делают нашу жизнь счастливой, мы просто не замечаем. Мы там барана включили. В итоге очень много осадка накапливается. И вот это ощущение, что человек никогда тебя не слышит, не понимает, не идет навстречу. Задумайтесь. Мне просто захотелось поделиться, чтобы вы посмотрели на свою жизнь немножечко под другим углом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте пальчики вверх. Это помогает продвигать наше позитивное, светлое, искреннее и чистое мышление в массы. А это есть возможность через какое-то время нам жить в другой реальности. Поэтому принимайте участие для того, чтобы мы все-таки жили в другом обществе, более чистом, позитивном, таком духовном. Чем больше нас таких будет, тем легче, интересней, комфортней будет наша жизнь. Всех благодарю, всех обнимаю, всем улыбок, достатка в семье и взаимопонимания. До новых встреч!